Сегодня я и мой питомец... Нет, не этот. Так-то лучше. Сегодня я и мой питомец расскажем тебе об основных фичах грядущего обновления. И сразу небольшой спойлер. В дополнение к обновлению мы дарим лучи добра, радости, а также небольшой промокод, который спрятан где-то здесь в ролике. На просторах Микана появится несколько новых рейд-боссов, 2 девятихвостых лиса и 2 черепахи. Завалить этих чудовищ под силу только прокачанным героям. Но и награда будет соответствующей. Это уникальные карты элементов, отличная экипировка и многое другое. Выходя на босса, стоит прихватить с собой добрых товарищей и верного пэта, который поможет в любой схватке. Красный, белый или черный тигра – это не только красивый питомец, но и отличный баф, который он дает своему хозяину. А если ты соединишь трех питомцев и легендарный камень в кубе, то сможешь получить уникального призрачного тигру. Модники тоже не останутся без внимания благодаря обновленному ассортименту лавки редкости. В ней вы сможете приобрести латексный костюм зверя, который прекрасно смотрится на убийцах любого пола. Ну а приверженцы классического стиля порадуются наличию полноценного света Ней. Выбирай, какая нравится больше. В грядущем обновлении каждые 5 уровней игрок сможет получить временную синюю экипировку. Данные предметы ты сможешь забрать со своей игровой почты. Временная броня и оружие продержится всего 7 дней, зато поможет значительно упростить прокачку персонажа. Более того, вместе с обновлением будет запущен ивент, который позволит тебе расти и развиваться до высоких уровней еще быстрее. Самое время позвать в игру друзей. Особое внимание обрати на бустер карт. Его цена сильно упадет, а содержимое значительно улучшится за счет появления в нем большого количества редких карт. Рубрика по просьбам игроков. Во-первых, добавили мобам отображение здоровья в цифрах. Это позволит отслеживать процесс разборки мобов на составляющие более детально. Во всех крупных городах прикручены доски наемных убийц. Теперь, чтобы выполнить задание для наемных убийц, тебе нет необходимости скакать через весь мир в Килан. И, наконец, у тебя появится возможность усиливать экипировку из башни теней. В скором времени тебе станут доступны новые прелести 7-го элемента. Дальше – больше. Это обновление вносит в игру множество изменений, а также добавляет новый интересный контент. Однако у него есть еще одна очень важная задача – подготовить игроков к следующему масштабному апдейту, который выйдет в начале следующего года. В нем игрокам предстоит освоить новую огромную локацию и ряд сложных для прохождения подземелий. Развивайте и усиливайте своих персонажей, ведь впереди нас ждет много всего интересного. И помните – один в поле воин. Подробности в следующем выпуске новостей 7-го элемента. Увидимся!